Конечно, помнит. Ярослав помнил. Он сейчас покажет, поделится вот с другом. Ты объясняй, проходишь и объясняй каждое действие. Он кончил. Он не удобно. Значит, он начинает. Делает так, полтора, одну, вот так раскрывается и ходит. Он разбегается, делает полный оборот переды и заходит на второй. Серега не послушал, да, тебя? Не пошел. Ай-яй-яй. Я тоже жду, когда же он. Кто? Макс же сказал, парни, на полосу. Ну ладно, допустим, кто-то не понял. Но кто пришел? Хитрец, а? Хитрец. Ты не слышал. Какой хитрец. Ладно, как можно вам угодно обмануть. Если себя не обмануть. Нет, ты себя залазишь, надеюсь. Нет, правда. Я понял. Ты пройдешь, Славка. Ты пройдешь. Вот, ты молодец. Давай. 8 раз прошу. Слава, молодец. Вот так, Василий. Всех подключи, да, по возможности. Может, вам тоже понравилось. Давай, вы вообще сволочи будете. Серьезно, а еще если молодежи покажете, как это сделать красиво. Я не разумею, сколько там?
Для них? Да. Я ставлю. Кого ставишь? Просто? Тебе такой максимум. Конечно, конечно. Сейчас они важную информацию. Опа. Видал? Ты просто такой. Саша, нет, ты знаешь, просто. Я когда мы поняли, что ты учились в карьере, Вот вам по паре каждого, по шефству одного и второго, давайте проводите. А если проведите для них разбег, потом они будут проходить полосу препятствий, мат положите под те снаряды, где они будут проходить. Ну, то есть под вадим, положите мат. Один одного себе берет, другого другого, и посмотрим, как кто круче проведет. А потом два капитана тоже пройдут полосу препятствий, и вообще, кто самый лучший результат покажет. Хорошо применять упражнения, которые вы планируете элементы делать вот здесь. То есть можно скручивание плечами, что вы там спиной будете делать. Ярослав, ты тетрадку принес? Сидор. Сидор. А то я согласен с ним. Бумажки надо согласен подписать, давайте. Ну вот Максим, объясни, что завтра будет. Да нет, надо уже сейчас 20 часов отжаться. Давай, я. Давай, 20. Все вместе. Старайтесь. 20 отжиманий давай. Не, давай не отжимания, руки все не забейте. 20 выпрыгнул. Просто присел и 20 раз. А ты не делай, ты считай. А Сережа надо делать. И ему тоже надо делать. Ну вот и размен тебе тоже будет включать. Конечно, поехали. 20 выпрыгнул. Тебе не надо. Надо, надо. Всем один за всех, все за одного, как у нас. 6. Тихо. Сейчас все обнулится у всех. Сейчас если будете. И вы даже не в так прыгнете. Мне не нравится, это некрасиво. Вот, одинаково, чтобы там летали. Ярослав. Давай. Оп, вот. И нам как зрителям заинтереснее смотреть. 20 раз сделали? Не сделали 20. По-любому не сделали. Я по троих сделал. Конечно. Серый, короче, это как типичный серый, да? И там хочет. Дождешься, серый заяц. Серый заяц, да, хитрый. Нет бы быть серым волком, честно, да, все, но быть и на стороне, и такой помогать, и тем, но серым волком. А ты, блин, хитрец. Продолжайте разминку. Артем Станиславович, бдит, поверьте. За вами смотрим. Наблюдаем. Ты молчал. Ты не спрашивал, извини. Только
В чем-то самого
все остается нормальным. Вот так сидишь. Запрыгивай, и вот тут так. Я не знаю. А, не Старайся, Ярослав, уже исполнять посерьезнее, с подтягиванием рук, с подтягиванием, с передвижениями, да, поответственнее, покрасивше. Здесь тоже выход. Нет, не делай, сделай пониже, опустись. Сядь прям больше на землю. Вот, видишь? Это то, что Саша нам по 10 раз проходит, Саша, 10 кругов. Я 8 раз делаю. Ну, это вы делаете не совсем правильно. Надо красиво делать. А что ты забыл в ячейки пролезать? Надо в ячейки, Ярослав, залезать. В ячейки между лесенками залезать. Давай, давай. Это хоть говно. Обычно вот так. Вот маленький, бери. Это вот прям все те разы, когда я вручил, На колесе попрыгал? Да. На колесе? Да? Ну, нет. А, вот ты хитрец. Не, так надо. На колесе да. Надо было 5 раз подпрыгнуть. Здесь каждую ячейку. Да, пролезаешь. А здесь ты 5 раз подпрыгнул и да. С колеса, давай еще да. Раз пройди, Ярослав. Давай, давай. 5 пяток раз подпрыгнул и на 5-й раз об лесенку держись. Нет, высоко подпрыгнул надо. Высоко, выше. 5 высоких прыжков надо сделать, Ярослав. 5 высоких прыжков. Раз, да, два, три, четыре, пять. На 5-й запрыгнул. Молодец, пошел. Лежит у вас там, дай мне. Может, сверху положить тоже? Никит, положи на сверху. Мне кажется, вот это... Качаться пришел или говорит, как я плохо все делаю. Артем Станиславович, вот этот надо вот сюда, мне кажется, вот так. Зачем? А что потому они? Что они проходят здесь лесенку. А там они проходят. А там мы сделают, да, вот здесь кувырок и здесь. Здесь, ну, не будет опасности, 100%. С этой стороны туда тебе садятся. Надо быстрее делать, пока не сели. Правда? Он здесь перелазит и на мат сосредоточит. Ты делаешь? Нет. Здесь колесо. Колесо. Сегодня колесо надо делать. Максим, ты видел, да? Не получается. Так, залезай, сам тебя, ребята, молодцы. Вчера, знаешь, вспоминали, что вы пришли, вы вообще не могли подтягиваться и залезать на стол. Помнишь? Я еще не убью. Да, смотри, подтягивайся. Разок, подтягивайся. Давай, ногами помолись. Давай. Один раз надо подтягиваться. Молодец, залезай. И уже через месяц занятия активные, да, занятия. Уже результат лицо. А вот здесь что делать? Не надо здесь, вот перекатись там, колесиком, перекатись. Да? Ничего не помешает. Давай. О, молодец. Нет, и пошел по этому, да. Нет, здесь пройтись. Сначала пройтись туда, потом колесо. Ага. На рукоходе проходим, да. Серж, а ты что не проходишь? Давай выходи. Да, в твоей команде кто был? У тебя спина болит еще. Погоди, в твоей команде кто был? Но он же не прыгает с альтуки, он укрепляет спину. Кто в твоей команде был? Вот. Да. Ты был в его команде, вот догоняй его. Давай, здесь делай. Сколько же колесо? Ну, надо подвозить вот сюда. Сколько? Это как колесо делается? Вот так. Колесо делается, да. Не бойся, ты на мате, делай, не бойся, не бойся. Молодец, только не кувырочка, а колесо. Давай, не вылезай через стол. Аккуратно, не вылезай через стол. Давай, Ярослав, сейчас поворачивайся. Ярослав,
есть, и нажали кнопку, чтобы не взрывались. И давай залезаем на стол. Да, ты выпухнешь. Ярослав, ты что там остановился? 8 раз. Сейчас снова ручки догоните. Давай. Что, на маленький. И здесь делаешь простой соскоб. Сейчас виси на руках. Виси на руках. Отлично, на руках. Поднимай ноги в голове. Коленки в голове поднимай. За картину не за голову. Не получается? Ноги в голове подняли. Не получается просто? Хорошо, просто повиси. Раскачайся и спрыгни. Просто раскачайся и спрыгни. Не сидеть. Да. Да, не надо сальто, просто расскажи. Да. Вот молодец, все, и дальше следовательно. Да, вот и сделали. Мальчик, ты другой не умеешь пока. Не умею. Какой? Нос опорит. Извини. Если ноги подняться не можешь, колени в голове. Ну-ка сделай. Стой, вот проведи, вот, стой. Не-не-не, ноги вниз, води. Вот, вниз еще иди за голову. За голову. Ходи, в другую сторону. Еще и спрыгивай. Вниз веди и спрыгивай. Ноги. Вот сделай ремень. 5 сосков. Пошел следующий круг. Следующий круг. 8 кругов надо сделать. Парни, это должно быть быстро и четко. Ярослав, не обманывай. Хорош. Все, тихо. Ты сделал второй. Ты сейчас перешел. Сейчас второй сделай. Раз высокий прям надо было подпрыгнуть. Прям фук, выпрыгнул наверх. Молодец, вот. Круто же, да, ты? Вот. И надо было в высоком прыжке запрыгнуть на верхнюю ступенечку. Весь. Если у тебя получается, ты можешь перелезать не только так, можешь ногами себе помогать. Как паучок. Нет, снизу. Как паучок снизу. Ну а что, надо пробовать. Разные. Это красота исполнения важна. Все время один и тот же маршрут, он надоедает. А это как паучок ножками зацепился и па-па-па-па-пам пополз. С переворотами. Видишь, как круто? Вот, ты дополнил элемент с переворотами делаешь. Хорошо. Сержон, давай. О! У меня такие. Следом, за ними прям по этому, по кругу. Ты же не закончишь, брат? Нужно 8 кругов. Блин, одно и то же ты спрашиваешь. Одно и то же. Давай следом за ними. Просто делай. Вот Артема обгоняйте, Станиславович. Нет, если тебе не хочешь, ты можешь сказать, я не хочу это делать. И все. Но если ты взялся, тебе лучше это сделать. Нужно. Делай. Смотреть на Артема, как он поднимает гирю, это круто. Мне тоже бы хотелось. Но у нас с тобой задача какая? Воспитательская. А что воспитательная? Коров? Нет. Вот там ты где? А, перешел так? Ты перескок с этого турника на этот турник делаешь. Блин, мне сейчас перескок. На руках тебе надо раскачаться и перескочить двумя руками. Колесо на месте. Раскачивайся и перескакивай. Вот на эту, да, вот на вот рядышку стану справа от тебя. Оп, двумя руками надо. Ну молодец. Здесь ты делаешь колесо и. Ой, здесь ты делаешь кувырок и колесо. И парни не мешают. Давай, кувырок. Сейчас посмотрим, как кувырок делаешь. Вот молодец, и колесо давай. Эй!
Это красавчик. Здесь залезаешь на стол. А ты наоборот делаешь, да, перелезай через это. Подтянись разок, там на разочек подтянись. И слезай по столбу аккуратненько. Так, и через стол. А ты можешь через него. Я устану нашел. Лазик, перепрыгивай, голову, красавчик. Можешь еще раз подтянуть, мне нравится. Можно память? Ну, будет больно, я накупал. Еще разочек. Теперь здесь видишь колесо, вот в этом месте. Маленькое, компактное колесо. Да нет, как есть, это из препятствия. Полоса препятствий. Смотри, как это делается. Там такая компактно ты делаешь. Например, залезаешь на лестницу. По лесенке пошел куда и вернулся спиной или так с вращениями обратно. Это тебе противоход делаем, да. Ты, Ярослав, делай пока пять. Возвращайся спиной обратно. Я уже прыгнула. Спиной? Спиной и с вращениями, да, телом можно повращать. Так, теперь стой, на кольцах и на палку надо зависать. У меня сейчас будет пятый круг уже, давай, 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 молодец. Перепрыгивай, ставь. Ну, ногами можно помочь чуть-чуть, но желательно прям не это вот. Попробуй. Здесь любой элемент. Раскачивай. Здесь любой элемент простой, элемент со скоком, простой. Простой. Хорошо. Молодец, Серый, молодец. Ярослав ползи. Вы встретили, встреча на Эльбе, да? А дальше что? Все, слезаешь. Дальше, запрыгнуть, где надо было отсюда висеть, запрыгнуть сюда ногами, залезть. Давай, Ярослав, проходи, давай отсюда, виси отсюда, запрыгнуть сюда ногами. Ничего, вы не помешаете, молодец, оп, кому да, испытание, перелезай через реку, через забор перелезаешь. Там можно, да, с заваливанием. Здесь 5 высоких прыжков, держай за лесенку. 5 высоких выпрыгов, да, держай за лесенку, высокие там выпрыги, да. Раз, два, три. 4, 5, слезаешь и перелезаешь через эту ячейку, каждую ячейку перелезаешь вверх, спускаешься вниз, перелезаешь через каждую ячейку, снизу начинаешь, да, прям в ячейку залезаешь и пошел, как змейка, у тебя гибкость тела появится, знаешь, какая серьезная, вот, но только надо держать за лесенку, то есть как бы ты об нее обвиваешься, как бы обвиваешься, да. Это потом поможет. Вот. Мало же людей выполняют, например, вот такие элементы со шведской лесенкой, допустим. Да, вы могли бы на соревнованиях выполнить вот такие вот всякие штуки. Флажки, перетекающие там в эти вот в ячейки с выхода. То есть надо придумывать. Надо придумывать. И вы это все можете воплощить. Вы можете показать свою разминку на каком-то соревновании. Там все офигеют зрители. Но это же все грациозно и красиво сделано. Не коряво, не застревая. Молодец. Вот здесь на землю садись и выход на две делаешь. Давай сначала стой, отойди. Ты первый. Ну, вот так делаешь. Можешь побежать? Любой элемент прокрутил вокруг турника. Ногами в ту сторону тебе надо поворачиваться. Тебе надо в ту сторону идешь. Тебе надо ногами в ту сторону поворачивать. Сюда. Здесь спиной, да, ногами туда. И нарушать. И пробуй выход на дверь. Ножкой можно помочь. Давай. Давай, 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 тяни, тяни, тяни. На одну нормально прокручивай, что-нибудь делай. Ты же не боишься, да? Лезешь, слезаешь, залезаешь вот на эту лесенку. И переворот, да, через спину ведет у тебя повороты. Через спину ты на ступеньке дойдешь до брусика. Ногами висеть. Куда, куда? Желательно висеть ногами, да, вот так. Пошел. Через спину. Да-да-да-да-да. Ногами в воздухе. Туда залезешь. На верхнюю. По этой лесенке, да, как по трубе залезай. Ну подпрыгни, подпрыгни, надо доделать. Надо до брусьев дойти. Серега, ты устал, ты один раз только сделал, братан. Я устал, у меня пятый круг. Да, я верю. Надо залезть на самом деле. Да. И также докрутиться спиной, надо до брусьев надо докрутиться. Это ты пройдешь один цельный круг. Как бы в одном коне у тебя может быть 8. Доделай это чисто. Я попробую, ногами зацепляйся, надо доделать. Это для тебя испытание, лишь для тебя. Да, ногами зацепись, руками пролезь, как бы красавчик. Видишь, нет безвыходных ситуаций. Конечно, конечно. Давай, давай. Тебе надо долезть до брусьев. И на брусьях пройти до Артема Станиславовича войти. Но не ногами по ним пройтись, а чуть-чуть осталось, там метр один, да? Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Все, один круг ты прошел. Поздравляю. Один круг. Первый дан. Тебе дан.
Я ведь говорю, Антон, это для себя проверить, как можно пройти, не конечно, пасть. Простите, делаю, я очень серьезно испытаю. Ну, реально, это нельзя. Попробуйте. Мягче, ты как бум, как жестко, попробуй помягче. Я не знаю, что делать, смеяться. Какой у тебя круг? Шестой, молодец, какой у тебя? Ну ладно, посмеюсь. Четвертый, ну, честность, молодец, честность. Ты тоже мог сказать, да, шестой? Так, по часам подумал, ну, я скажу шестой, не поверю. Четвертый, молодец, ну и то, да? Четвертый, идешь, четвертый. Все, доходи. Я вам понял. Молодец, молодец. Тебе 8, тебе тоже 8. А я просто... Поторопись, потом элемент надо же изучать. Подправишь, вот, иди пробуй. Нужно, я верю. Вот, короче, парни, обязательно бревно. Цепляешь за веревку, залезаешь. Я про это тебя понял. Они так делают, короче. Я как-нибудь четко прям, да, вот как, ну, я не знаю, как будто бы ты очень-очень ловкий прям. Постараюсь, я верю, что там железка не очень приятна, вот это да все можно... Да никто в смысле уже устал. Верю, тем более пролезай красивее, даже когда ты очень устал. Там больно, да, и сразу. Старше тебя, вон, сдались, старше тебя, тебе должно быть это воодушевлять. Это больно. Должно воодушевлять, что другие сдаются, а ты делаешь. У тебя должно быть воодушевлять, старше не дают, но они не занимаются старшим, они даже не могут повторить, а вы делаете. Мне просто нравится вакансия. Молодец, а парень как называется? Работаю. Не работать, ты дословно, да, решил перевести? А может быть, воркаут наоборот, а работа наружу, а не вне работы, работа наружу, а вот это же снаружи, да? Может быть такой. Да, все правильно. Это работа снаружи, подразумевающая занятие в тренажерных залах. Она такая свободная дисциплина, где ты биологически вполне нет присказок. Это очень серьезно. Это все было. Поэтому тебе нравится фактически, тебе нравится физкультура, да, и гимнастика. Она подразумевается. Не слазь. Молодец. Догоняй. Стой, здесь ты кувырок с колесом. Нет, надо здесь отправлять, если будешь кувырок. Колесо будет вот так этому перекладывать, этому турнику. Теперь надо с этого турника и перепрыгнуть на тот турник. Нет, вот с этого на вон тот. Прыгай рядом, вот где Сергей находится, надо тебе там прыгать. Сергей, все, помоги, пожалуйста, расскажешь, перелететь на тот турник. Да, да, двумя ручками надо перелететь. Скажи принцип, как это происходит. Да. И перелететь. Руки в локтях надо подтягивать обязательно, ноги раскачивать. И двумя руками. А, что-то как я делаю? Да. Позвони. Ну, допустим, получилось, да, перелезай. Но здесь это, да, надо Максим Сергеевич просить подтянуться. И простой элемент делаешь, помню. Я не давай, какой-то четкий сделай. Думаешь, здесь? Руки в локтях. Ну, опять, ну ладно, допустим. Все, у тебя пятый круг пошел, у тебя седьмой. Ну, на коленях, ну как так? Ну что ты на коленях хитришь? Хотя бы что нас очень плохо. Макс, знаешь, что тебе надо сделать? Вот ложись вот на пол, палку первый раз положишь вот так, надо покататься. Ага, сказал, и конечно же сделал. Короче, после операции на позвоночник вы кладут на мешочек, продолговать ангары, это значит, как попробуй прокатиться. Сейчас я не посоветую дурного, просто такие очень травмы испытывают ноги на себе. Он что, вчера сильно упал на спину?
неудачно, вот так скажем, неудачно.